Театр кукол. Как много значит он для детского сердца? С каким нетерпением ждут дети встречи с ним? Куклы могут все или почти все. Они веселят, обучают, развивают творческие способности дошкольников, корректируют их поведение. Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица малышей после просмотра спектакля наглядно показывают, что такое зрелище в нашем городе востребовано. В 2018 году Совет женщин Десногорска одержал победу в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. А уже летом того же года в городе Десногорске была создана труппа кукольного театра. За прошедший год была проделана огромная работа. В первую очередь был проведен уникальный обмен творческим опытом. Под кураторством Смоленского театра кукол в Десногорске были освоены все тонкости этого искусства, начиная от изготовления кукол до постановки представлений. Было, конечно, очень сложно. Очень много это отнимало времени личного. Ну, конечно, эти были какие-то моменты, трудности были у нас. Но все преодолели. Как говорится, было бы желание, да, а все сделать можно. Сегодняшний спектакль «Колобок» – это результат долгого и интересного процесса, на котором Совет женщин Десногорска не останавливается. Мы стали участниками конкурса на предоставление субсидий Департамента внутренней политики Смоленской области. И нам выделили сумму на продолжение. Премьера нового спектакля ожидается к Новому году. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, театру в нашем городе быть. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.